Привет, друзья! Это снова я, Равшан Хаджиев. Вы смотрите очередной выпуск программы «Одно место». На чемпионате мира по футболу сегодня выходной. Я предлагаю похавать. А что зря тратить время? Кстати, напишите в комментариях, за кого болеете. Лично я за испанцев. Вот уже порядка 10 или даже 15 дней я езжу по одному и тому же маршруту и проезжаю одно очень маленькое неприметное местечко. Однако, проезжая утром, я замечаю огромное количество машин у этого места. Возвращаясь вечером, машин вижу еще больше. Это нельзя игнорировать, особенно с учетом того, что на прошлой неделе в своем канале Telegram я устроил голосование. И в этом голосовании победила как раз-таки еда, напоминающая с виду хлеб с мясом. Нон-кабоб. Вот что я сегодня хочу показать. Это модное нынче явление в Ташкенте. Уверяю вас, это безумно вкусно. В противном случае такого количества поклонников не наблюдалось бы. Поехали! Все детали и подробности о том, насколько это вкусно, почему и где это находится, в заключительной части эпизода. Потому что до конца вы не смотрите, и меня это бесит. Жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, Ну что, друзья, с прибытием. На Малой Кольцевой в Ташкенте всегда была своя атмосфера. Вот меня прямо сейчас обгоняет лошадь. Это не может меня не радовать. Нам нужно туда, где было замечено скопление машин. И, судя по всему, я успел до начала вечернего часа пик у этого заведения. Да, машин много. Но вечером, когда стемнеет, здесь их еще больше. Просто мне вечером снимать в темноте не камильфо. Я постарался сделать это пораньше. Пошли. Итак, прогулялся я до остановочки. Лихач. Прогулялся я до остановочки. Внутри была замечена мною небольшая аншлагизация. Я так подозреваю, что снять в интерьере свой натюрморт я не смогу. Но выход из ситуации, конечно же, есть. Я всегда с собой вожу одноразовую посуду. Я такой человек. Так что, скорее всего, снимать будем на капоте. Ташкент, дур, хай, дур, хай.
Итак, наверное, это и есть тот самый настоящий стритфуд по-узбекски, когда ты покупаешь еду, возвращаешься к своей любимой машине и на крышке багажника устраиваешь самый настоящий пир. Сейчас я должен сказать очень много, но я думаю, эта информация будет для вас полезной. Начнем с блюда, которое я показал. Здесь нон-кабоб трех видов, друзья мои. Три вида мяса на ваш вкус. Говядина, баранина и, да простят меня, самые впечатлительные, но здесь можно попробовать и конину тоже. Распорядок дня. Круглосуточно работает это заведение, поэтому находите время, пригоняйте, вы не пожалеете. Это очень вкусно, нереально сытно. Одного нон-кабоба мне лично вполне достаточно. Отличительные черты. С виду может показаться, что это то же самое, что и донар, то же самое, что и шаурма, шаверма, как хотите называйте, но есть одно принципиальное отличие. Для шаурмы и донара мясо, как вы знаете, готовится на вертеле. Здесь совсем иной принцип. Мясо в огромных объемах тушится в казанах. К моему сожалению, я не смог показать процесс приготовления, потому что его готовят совсем в другом месте. И это тайна за семью печатями. Ребята, как авторы данного гастрономического шедевра, имеют полное право держать рецепт в секрете, в тайне. Не стоит их за это винить. Место. Это Малая Кольцевая, как я уже говорил. Хэштеги Арча Куча, Шофаис, вам все понятно. Вон там, позади меня, по диагонали, дорожная развязка, которая может вывести нас отсюда на улицу Караташ. Вы увидите большую мечеть. Ориентироваться здесь очень просто. Конкретный маршрут и геолокация, разумеется, прямо внизу под видео. Там же все самые полезные ссылки. Живите ярко, ешьте вкусно. Пока!